Доброе-доброе-доброе всем утро, наши зайки передают всем большой привет с пожеланиями всего самого наилучшего. Ванечка здесь, Иванка. Иванка Ванесса здесь с детьми, у нее течка. Вот так. Ей здесь весело, моя куколка, девочка. Скажи всем приветики, наши друзья и подписчики. Прекрасного настроения. Сейчас я сяду. У меня есть несколько минут свободных, можно так сказать, утренних. Они кусаются. Ну, идите сюда. Идите сюда. Сейчас я вам себя покажу. Вот они, наши хулиганчики, кусачки. Кусачечки, вот так вот. Всем доброе утро. Вот такой вот утренний кайф. Утренние кайфуши, поцелуши. Всем приветики. Мамочкам и папочкам наших деток большущий приветик. Это вот Кариша передает. Да, это Давушка. Вот он, вот мой сладкий зайчик. И черненький вот этот вот маленький Егорчик. Остальные детки просто передают привет. И хотят сказать, что они ищут папочек и мамочек. Вот такие вот красивые дети. Все беленькие детки. Кроме вот этой Ванессы, большой нашей взрослой уже девочки, передают вам привет и ищут своих любящих, самых любящих, самых лучших владельцев. Наши детки переезжают только самым ответственным, себе уверенным людям, независимым, независимым от плохого настроения и каких-то негативов вокруг. Вот такая прелесть. Готовы дарить вам только любовь. Купить щенка не проблема. Самое главное его хотеть. Хотеть, любить собаку. Собака заводится не на один день. Собака заводится, дай бог, лет на 15. Вот такая радость, которую можно ласкать, любить. И которая будет вам рада. Будет вам рада и дарить вам доброе утро каждый божий день. Встречать вас своим хвостиком. Очень люблю такую шуточную, да? Вещь. Вот попробуйте закрыть собаку в гараже. Собаку и жену закрыть в гараже. И открыть ее через 3-4 часа. Как вы думаете, кто вам будет больше всех рад? Вот эти же солнышки. Да, такая жестокая шутка. Вот такие радости. Они меня тут вон грызут. Конечно же, вот. Куртку мою разбирают на части. Вот такие котяточки, сладулечки. Все, а теперь всем скажем еще раз доброго дня и прекрасного настроения. Я побежала, мне нужно делать дела, понедельник. Неделька началась рабочая, да, мы работаем тоже, у нас школа. Поэтому побежали, вот тут уже докушивайте, доедайте, малявушки мои, пейте водичку. На пеленочке написано, мои умнички, мои золотые собачки. Игрушечки, погрызушечки, перевертушечки. Вот что-то тут мы перевернули. Конечно, это сушат наклейки. Еще раз, вот видите, бумажный скотч. Подклеиваем ушки, чтобы не было, не образовывались заломчики. И в принципе он бумажный, и даже если они его сняли, не так страшно. Вот, они его, конечно, бывает и жуют, и в рот берут. Все, побежали дальше. Так, это ожидающая кучка. И что мы здесь стоим? Ну что, пойдем. Вот же у нас открыт вольер. Заходите, чтобы вы не замерзли. 0 градусов все-таки тоже не жара. Да, ну давай посмотрим. Это кто там? Филя в свой домик? Филя вообще с нами живет дома, с мажором. Где мажор одели? Да, Ролечка, мамины зайчики. Вот так, кто не знает, выглядит наш вольер. Наш домик для чихуашек еще один. Здесь теплые полы, диванчики, подушечки, окошечки, стеклянные двери, камеры. Все как нужно для удобства. Водичкой кушаем мы по времени. Вот так весело. Все, ну что, мои хорошие, любимые друзья и подписчики, всем пока. До новых видео, до новых встреч. Кому там жалко Майбаха было? Посмотрите на этого задиру. Он со всеми задирается. А Жорик воспитатель. Всем пока. С уважением. Я Екатерина, владелец домашнего питомника Кастропола из города Симферополя. Всем пока.